Всем привет! Нам выпала такая честь первым увидеть Magnum M800D. Вот такой вот малышок. Вот. Наверное, самый доступный моноблок из мощных, которые на данный момент будут присутствовать в России. Не просто на него сегодня посмотрим, мы его еще и потестируем. С чем сравнивать будем, я думаю, всем понятно. Scar 800.1 и Magnum M800D. Цена у усилителей, рекомендованная розница, Scar 13 тысяч, Magnum 5900 рублей. Так, входы под кабель 2 гейдж. Настройки. Есть все, что надо, гейн. Low pass от 220 Гц, Subsonic до 50 Гц. И фиксированный, и бас-буст с тремя фиксированными значениями. Так. По размеру очень радует. По весу Scar потяжелее. Сейчас тогда быстренько запустим, посмотрим, кто сколько может. Так, готовы. Поехали. 38,3. 38,3, 38,0. Кило 455. Полтора киловатта, малыш. Ну, с учетом роста импеданса, кило отдаст в САП. Так, замер Scar 800.1. 50 Гц. Поехали. Смотришь? Угу. Давай. 38,7, 38,3. 1482.